В Москве появится подземный музей археологии. Разработать проект поручил лично Владимир Путин. Сейчас на территории Кремля проходят масштабные археологические исследования, и ученым удалось найти фундамент храма Чуда Михаила Архангела. Так вот, на этом самом месте и будет находиться новый музей. Глава государства дал еще одно поручение Министерству культуры. На территории Кремля запустят дополнительный туристический маршрут. Там посетители познакомятся с древними артефактами, которые нашли археологи во время исследований главной достопримечательности Москвы.